Всем привет! Давно я не записывала видео. Мы переболели этой моднявой болезнью. Так что желаю вам здоровья и всего хорошего. Ну его нафиг с этим сталкиваться. И пользуясь случаем, я наконец дождалась посылочку с суккулентами. При отправке указали мой старый номер телефона, и поэтому она пролежала на почте до сегодняшнего дня. Пришла она 26 числа на отделение. И отправили ее как раз, у нас были морозы минус 5, и, в общем, очень переживаю, что приехала. Сейчас распакуем, посмотрим. Посылочка от Наташи Эллис из Болгарии. Она отправляла другой девочке в Киев, и с Киева уже была рассылка. Сейчас посмотрим, что тут понаприходило. Оп. Вот это когда начинаются морозы, это самое нервное время для отправок. Хотя я от нее когда-то получила посылочку, и, в общем, отправляла она водителем, и посылка ехала возле мотора, и, ну, в общем, попрели растения. Ну, Наташа такой человек, вопросов никогда никаких нет. Если что-то случается, она не отрицает, она всегда или сделает замену, или возместит. В общем, с этим все в порядке. Так, название буду подписывать на видео. Миллион бумаги. Мы сейчас как раз топим печку, то это дело нам очень нужно. Пережили растюшки далекую дорогу. Ну, здесь, конечно, есть. Ну, видите, они уже корешки пускают сверху. Ну, то есть тут обламывать придется. В общем, товарищ жив. Вот насыпала, пока распаковывала, с него уже насыпала. Это все, конечно, растения при получении. Вид не всегда шикарен, как нам хочется. Но главное выходить. Я их посажу и оставлю в покое. Это весной аж оно начнет что-то показывать. Не, ну укоренится оно, конечно, и до весны. Но результата ждать уже весной. Оп. Оп. Это красулка какая-то. Название подпишу. Кустик шикарненький. Даже два. Да, они в дороге тянутся. Это Китай. Даша получала эти растения с Китая. Так что у них путь не близкий был с перевалочными пунктами. Это, по-моему, тоже красулка какая-то. Тоже название подпишу. Пить хочет. Ничего, напоим. Главное было бы чем пить.
Ну, слои салфеток хорошие, конечно. Так-с. Вот у нас двуглавый змеёныш есть. Прикол. Ну, слава богу, не померзли. Это очень важно. Нарастить корни и напоить это вообще не проблема. Проблема была бы, если бы померзли. А вот это вот Красула Мунглоу. Ну, как бы должна была быть вариегатная, но я что-то вариегатности не особо вижу. Не то, что не особо, я ее не вижу. Ну, спрошу, конечно. Посидит, подрастет. Ну, что-то у меня теперь сомнения есть, что она вариегатная. В общем, вот такие вот китайские растюхи. Если кто-то надумает заказывать, чтобы понимали, не пугались. Это всегда риск, но главное, чтобы они не замерзли в дороге. Все остальное отпаивается, наращивается. Вот так вот. Всем спасибо, что посмотрели. Пока-пока.